я не могу в это поверить. Мы переезжаем из этой ебаной маленькой студии. Я так рада, боже. Это невероятно! Правда, мы будем жить не одни, а с друзьями. Надеюсь, это будет круто, потому что я уже жила когда-то с друзьями, с которыми мы больше не друзья. Надеюсь, такое у нас не произойдет. Мы переезжаем в огромную квартиру, в 160 квадратов где-то будет. В этой квартире, чтобы вы понимали, эта комната 18 квадратов. В ней очень тяжело жить, особенно во время карантина, потому что... Мы с ним собираемся, потому что в карантин... Да, Дора пахнет пиздец, согласен. Там в холодильнике курица протухла. Бля, я не могу понять, я нормально, мне видно? Да. Мы там собираемся, потому что в карантин мы, нам уже невозможно сидеть по одному. Карина вообще умирает, видео не снимает, не вдохновение. И мы решили все войти друг в друга и вместе жить. Мы будем жить в центре, боже, никогда в центре не жила. Вообще, мы с Данилой изначально искали квартиру, которую мы с ними будем вместе жить. Мы так и не нашли. Очень тяжело искать квартиры. Особенно нам. У нас какая-то карма. Мы не можем найти никак квартиру нормально. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, комната, которую мне выделили, будет крутая. Я не буду увозить с собой все, потому что это моя квартира, я могу вернуться в любой момент. Могу с тобой приехать подрочить, так сказать. Мы сейчас с Данилом ходили, искали коробки, но мы не нашли ничего. Ни в каких супермаркетах их нам не отдают, потому что они у них стоят на списании, это странно. Ну, короче, мы решили, что не будем искать эти коробки, тем более занимают очень много места. И мы купили мусорные пакеты! Yeah! Ебать, они длинные, Данил! Обзор мусорного пакета. Я в него влезу. Оп, и меня здесь нет. Это косметика, которую я разобрала, я решила выкинуть, потому что здесь что-то старое с Алика, косметика, которая 4 года уже просроченная. И там вообще палетка, которая за очень дорого. На Алике, а она оказалась полным говном. Я всегда мечтала сделать вот так. Косметика, прости. Stupid Daria. Ну так вот теперь выглядит наша квартира. Здесь труп, здесь тоже. Как будто мы не выносим мусор год. Через мгновение приедет грузовичков. Я не знаю, какая будет квартира, потому что я ее не видела, Данила не видела, видел только ее Лиана и Дима. Но они когда снимали, нам показывали видео, там ничего было непонятно особо. И поэтому я вообще не знаю, понравится мне эта квартира или нет. Я надеюсь, мы не разочаруемся. Как говорится, будем зато жить не одни. Все, пошли всем. Соседи. Я ненавижу своих соседей, потому что они ведут себя реально как крысы. Как-то раз мы оставили коробку, потому что там некуда реально было стоять, потому что у нас места нет в нашей квартире, как вы можете это понять, потому что там 18 квадратов, блин. Вместо того, чтобы позвонить нам и сказать вежливо, чтобы мы убрали ее, раз она их не устраивает чем-то, потому что, ну, что мы умерли и не можем ее убрать. Они позвонили зачем-то в управляющую компанию и сказали им, чтобы они нам передали это. Я не понимаю, зачем. И это было, кстати, не первый раз, когда они так делают. Потому что нас, когда что-то не устраивало, мы к ним приходили и сами это говорили. Это Дорин первый раз. Она очень сильно боится, я боюсь, что она обоссыт. Нет, страх она точно не обосытся. Она не будет стать еще дня три, думаю. Наоборот. Вот тут консьерж должен быть, которого нет. Красота. Ты классно, с лестницы элитно. Сейчас мальчик будет поднимать стол, грузчики. Девочки тоже. Нет. Девочки будут отдыхать, у меня маникюр все-таки. Я здесь еще не была, поэтому сейчас мы посмотрим, что здесь вообще находится. Мне самое интересное. Обалдеть. Так, сначала я зайду сюда. Это не моя комната. Ну, слушайте, шкаф есть. Меня вообще интересует вид. Ты что, палишь? Где мы живем? Ну, комната какая-то серая. Не для меня. Хорошо. Лампа для снятия мейкапа. А, да, кольцевая точка. Зеркало. Матрас чистый вроде, кстати. Давайте проверим, что внутри. Фу, это ж ревизор не одобряет, капец. А что там? Это клининг называется. Тут, короче, я сяду, буду сделать фоточки такие, типа... Ну ладно, можешь как-то украсть. Вот это потолки, девочки, капец. Смотри, какая охуенная кладовка. Реально. Я здесь буду видео снимать, когда меня все... когда захочу от Данила уйти, я сяду здесь просто. Так, девочки, давайте так. Рум-тур будет отдельно, когда мы все разложим. Если собирать там видео, 50 тысяч пальцев вверх. Ну, можно и больше. Дора, выходи. Дора, это твой новый дом, наконец-то. Ты сможешь бегать, сносить все просто. Такая вот ванная, пытаюсь расположиться. Здесь не было ни одного шкафчика, поэтому Дима принес вот такую штуку. Здесь я не займу всю ванную. Девочки, я еще налегке приехала. Вещи Лианы и Димы. Они заканчиваются вот там и вот тут.
Данила пытается спариться со стулом. Привет, девочки! Это тайная разъёбывание хаты. Данил сегодня конкретный грузчик, хотя он это не любит. Его сегодня не спрашивают, хочет он или нет. Сегодня у меня пришла косметика небольшая. Шугар дэдди какой-то. Какие оттенки ты больше всего используешь? Ну, по-моему, тут видно. Любимая кисть, все люблю, но вот это лучше. Скошенная, я ее отрезал. Ты понимаешь, у нас у троих не было столько вещей, сколько у вас. Да, чувак из Delivery Club пытается пролезть просто. Подождите, спрячься, только он увидит. Такой робол. Он ушел. Оставил. Идет второй день, Данил работает у нас стеклооткрывальщик, мойщик. В общем, Данил тут у нас все делает по дому. Мы купили так чисто продуктов, знаете. Случайно на 4000. Да, в Дикси. Я успела посраться с кассиршей. Вот. Теперь у нас хотя бы есть что поесть. Видите, какой дом. У нас очень грязный дом. Там просто паутина. И пауки живут. А внутри... Ревизор не одобряет. До нашей ужасной комнаты. Я реально в первый день просто сидела и ревела в комнате, потому что мне настолько не нравилась эта комната, потому что я не знала, что из этого можно вообще сделать. Но Данил все исправил. Карина только что уверенно взяла комод и перенесла его нафиг за дверь. Она вот профессионал в этом деле, она не такой-то стала. И я нашла, Ильяна, маску и ресницы. Все-таки пушистые, красивые, придется пользоваться. Когда сняли зеркало, вот мне мама всегда говорила, не разрешала мне вешать ни плакат, ничего на стены. Вот из-за этого, видимо. Ильяна. Настроение... Бомж. Россия, боже мой. Мы решили перетащить шкаф и вообще все, потому что оно стояло очень неправильно и некрасиво. Но мы сделаем с Данилом все круто. Кати, наш цветок. Едем, приехали, ебать. Блин, я может не повернулась. Данил возит цветок, сначала дору, теперь... Просто хотим комнату круче, чем у Карины. Говорится, все тяжело работать, делать мужики. Надо было на электросамокате его отвезти. Ты просто пушка. У нас такой сейчас декор будет, девочки. Это называется, хотели купить в Икее, в итоге взяли все, что есть. Наверное, такой комнат Икее стоил 20 тысяч. Вау! Вот это уже намного лучше, да? Тут опять даже видео снять не стыдно. Мы переделали почти все, сняли ужасные шторы, передвинули кровать и поставили новую ленту, которая оказалась, что работает только наполовину. Нам отказали на Озоне отправлять новую, только если мы эту обратно отправим. Промежуточный вариант ночью выглядит уже очень презентабельно, если честно. Мы вот здесь прокачаем, и будет вообще класс. Чтобы спрятаться от людей, Даниил хотел перевешать жалюзи, потому что с одного окна оно не работает, но окна оказались разного размера, лол. Привет, люди, сули! Привет, мои пираты! Бонжур, картошки! Привет, мои катаны! Вы думаете, мы просто встретились? Но это совершенно не так. Теперь мы живем вместе! Тренировка. Скажешь, куда начинать? Ну, короче, смотри как. Ура! Это первый наш ТикТок совместный. Также у нас теперь появился общий канал K-Camp. Подписывайся, чтобы быть первым подписчиком. Написать в комментариях я первый. Успевай. Я сломал мои стрипы. Ну их пора было менять. Оторви уж до конца. Рабочего характера. Место это вообще как бы кладовка, но она как рабочее место выглядит, поэтому мы нашли эту столешницу на верхней кладовке. Вы прикиньте, мы хотели ее заказывать, но оказалось, что она здесь есть, это очень удобно. Данил просто ножки открепил и прикрепил те, что были у нас. Это очень круто, мне безумно повезло, я просто мечтала иметь отдельное рабочее место от косметического. Ура! Пришлось вернуться и приехать в старую квартиру, чтобы забрать некоторые вещи, которые мы забыли. Кстати, здесь, на удивление, из-за того, что вывезли почти все вещи, там заехали по новым ремонтом. Это очень странно. 99,8. 99,9. 99,9. 100 тысяч! 100 тысяч! Продолжаем украшать нашу комнату, и нам пришла с Алиэкспресса две RGB
RGB лампы, ленты, которые мы сейчас делаем на кровать, под кровать, везде, повсюду, по всей квартире. Это будет офигенно. Еще нам придет еще товар из Алиэкспресса с цветами. И тут поставим порная оранжерея. Здесь мы поставим, повесим флаг ЛГБТ, хотя Данил очень против, но я за такое. Ставьте лайк, если вы тоже на ЛГБТ. А полная переделка комнаты будет уже в рум-туре, так что ставь 50 тысяч пальцев вверх, и она выйдет. Вау! А главное, постели белье-то какое! Ну что, девочки, вот такой вот был у меня влог с переездом. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ну все, спасибо за просмотр, а я всех люблю и целую. Пока!